Теперь о конкуренции. Но я считаю, что те люди, которые находились в тренерском штабе и руководстве «Зенита», сделали абсолютно верные шаги, когда создавали конкуренцию. Я даже терял место в составе там практически на год. Да, я даже хотел уйти в другой клуб. Были разные мысли. Но это меня злило, это заставляло меня тренироваться, это заставляло меня доказывать и возвращаться обратно в сборную. Как бы там она ни была, эта конкуренция, приятная или неприятная, она необходима. Любая конкуренция – это двигатель прогресса. Это то, что мотивирует каждого становиться сильнее и бороться за свое место.